господа, ну вот она, прекрасная, неотразимая, как всегда, Анна Рич. Та девушка, которая всегда меня удивляет своими образами. Привет! Привет, привет, дорогая! Ну, ты мне вообще расскажи, как тебе вот удается, во-первых, постоянно быть на московских мероприятиях, в то же время всегда в Петербурге ты все мероприятия посещаешь, и мы с тобой регулярно встречаемся здесь. Вот как тебе все это удается, как ты вообще летаешь? Мне кажется, у тебя крылья, и ты туда-сюда летаешь просто практически каждый день. Ты знаешь, я сама порой не понимаю, потому что я то там, то здесь. Позавчера буквально была в Краснодаре, вчера была в Санкт-Петербурге, сегодня в Москве, и завтра я опять лечу в Санкт-Петербург. Вернее, сегодня ночью уже, поэтому так с корабля на бал пытаюсь все охватить. Но и, конечно, я не могла не прийти на такое мероприятие, организатором которого является моя подруга. Поэтому, Юлечка, я хотела бы тебе пожелать... Можно, да? Конечно. Юлечка, я хотела бы тебе пожелать идти вперед и только вперед, несмотря ни на что. Я знаю, как ты переживаешь за каждую премию, потому что это твое детище. Поэтому ты большая молодец. С каждым годом все, ресторан все больше и больше, да, залы все больше и больше, желающих принять участие в премии все больше и больше, поэтому ты большая молодец. Удачи тебе, успехов. Ты знаешь, к чему идешь. Отлично. Анечка, скажи, мы сегодня тебя услышим? Я думаю, что да. Я надеюсь, что да. Вот, буквально у меня полтора часа, потом я уезжаю опять, улетаю в Санкт-Петербург. Друзья, ну просто с ума сойти можно. Ань, ну ты должна обязательно нам спеть сегодня, ну как же так? С большим удовольствием. Друзья, мы провожаем Аню в зал, бежим за ней. Слушайте ее прекрасную музыку. Спасибо тебе. Спасибо. Успехов тебе. Спасибо.